плевать, я себе цену знаю. Служба служба, а денежки вроде. По вашему приказанию построен. Начальник режима, старший лейтенант Пархоменко. Значит так, до меня дошли слухи, что с прииска душевного кустарные отливки на волю перекупщикам следуют. Как-то серьги, кольца, браслеты и прочие печати. Проба на них 930-я. У кого проба выйти из строя? Командир отряда выйти из строя. Почему отряд не на работе? Закон велит нам от работы воздерживаться, начальник. А тебе от беспредела. 10 суток, шиза! Твои вилы в моем огороде, Фома. 2 раза повторять не стану, сам дойдешь. Увести! Чини манжеты, начальник. Не положено. Воды принеси. Офицер, винтить, говорю, пора. Отсюда. Как? Скала сплошная. Лучший план есть. Отвалим с концами. Куда? Полуострова с ожинками в Японию. Куда и как, это я тебе потом обскажу. Ты думай, со мной ты или нет. На Сочи зоне сколько протянешь? Кто еще с тобой идет? С тобой 4. Еще чеканы паленый. Паленый из дерьма мину слепят. Чекан лучший в заточке. А до стрельбы дойдет хана. Ты мне нужен. Семья ответит. Жаль. Лить, сук, надо. Бунт может выйти. В охра много наших положат. Мы же не сявки, Фома. Все воры так думают. Хорошо. Как сход решит? Сход уже решил, Фома. Пока ты в ШИЗО был. Ну, решил, так решил. Фома, тут Соленый пришел. За дверью ждет тебя. Сейчас выйду. Пусть подождет. С чем пожаловал офицер? С условием. Примешь, пойду с тобой. Так ты с условием или со мной? Значит, не договорились. Хороший ты мужик, офицер.
Быть бы тебе вором. Ты законный билет. Говори, чего хочешь за себя. Пятого. Согласен. Привел. А вот и проводник в Кумовскую. Пикнешь, тварь, пешки вырежу. Фома, время идет, что дальше? Сейчас воры начнут. Под это дело и нам светить надо. Соленый, когда сук начнут резать, ты с журналистом у хозблока заныкаешься. Бугор вас прикроет, если что. А когда шокер начнется, кум лично в охру к четвертому поведет. Все прожектора туда светить. Где отмычка? На Кумовскую. Из коллажа, но Степу с собой забери. На свободе он нам сгодится. Если что, на консервы пустим. Как на консервы? Как овцу без соли, фраер. Это еже и тушенка закончится. А потом тебя. Не бзди, насчет тебя он пошутил. Шучу я. Вопросы есть непорешенные? Нет. Тогда все, урки, фарт за смелых пошли. Консервы любим. Завести сможешь? Постараюсь. Я сказал, построение на борту!
Занято! Сядь, падла! Странно. Вроде козел, а такое ощущение, что еду на бронированном лимузине. Двери тяжелые. Дай бегу. Ты упаковался на государевой службе. А я грешно плохо думал. Это мы по жизни воры. А ты думал, я по комсомольской путевке здесь на вашей харе любуюсь? Да я еще твоей кровью крышу красить буду! Стоять! Смотри, губ, смерть разбудишь. Представиться, советник юстиции Бураков. А вы, собственно, по какому поводу? Советник прокуратуры края приписан консультантом в поисковую группу. Вероятно, для придания большей действенности. Ком, поработать не хочешь? Так он велит мне от работы воздержаться, а тебе, Фома, от беспредела. Паленый, хорош копаться. Вставай! Вставай! Все, пошли! Пошли! Горючкой ты провонял, паленый. Скинь душегрейку, а то от тебя шлейф вонючий денется. Мороз же, Фома. Жить я в чем буду? В майорском бушлате. Кум у нас мужчина плотный, потерпит. Верно, кум? Падла. Снял рюкзаки! Снял рюкзаки! Стоять! Паленый, кончай мелочиться! Каждому по лимону конвертир. Они что, на самом деле инкассаторскую машину подломил? Я думал, травят бы новые. Кончай базар. Шхуна на подходе. Взял рюкзаки. Взял! Стоп! Фома! Командирские! Как же он прямо в медвежий капкан башкой угодил. Пропал, ком. Волевой мужик был. Хоть и сволочь.
Чекан, забирай автомат и хавку. На себе. Хавка тяжелая. Дай автомат, я ему зубы выбью. Я тебе сейчас зубы выбью! Бери, пошли! След машины здесь оборвался. Своим ходом они пошли. Вопрос, где машина? Собаки след не берут, товарищ капитан. Даже гитара на месте топчется. Ищите, сержант, ищите. Есть. Вперед, гитар. Командир, что это он там делает? Жопу бережу. Берегу, берегу. Офицера нашли! Скрябин! Скрябин, идите сюда! Ты что делаешь, гнида? А что? Это я. Я в паленому костере жить. Они теперь знают, где мы. Я корешку моему. Шкиперу. Да, маяк. Он в бухту по морю. По ту сторону хребта идет. Бухта не маленькая. Погони не достанет. Отвечаю. Считай, что мы уже ушли. Ну смотри, Фома. Валуев. Начальник зоны. Как же ему так башку-то прищемило. Однако майор нам задачу упростил. Теперь им прикрыться неким будет. О! Она самая. Пещера. Мне дед про нее говорил. Железный вор. Упокой Господь его душу. В 23-м он сквозь нее с каторги сбежал. Она прям к морю выходит. Там корешок мой шкипер нас поджидает на своей лоханке. Люди говорят, фартовый медвежатник был шкипер. Был. Да сплыл. По морю стосковался после последней ходки. Много воды утекло с 23-го года, Фома. Все завалено. Да как же так? Да не может быть. Тогда похаваем. Похавали. Смотри, Фома, почему Кому за рюкзаки так держался? Ни хрена себе. Погремушки. Не шали. Там они, голуби, командир. Дымком тянет. Расслабилась урла. На это Хабибулин ты особо не рассчитывай. У них как минимум два автомата. За жизнь заключенного Давыдова головой отвечайте, Скрябин. А за их жизнь я чем отвечу? Я предупредил. Говорит командир спецназа Скрябин. Предлагаю вам сдаться без крови. Выходите из пещеры по одному с поднятыми руками. Я обещаю, что все останутся живы. В противном случае через 5 минут начинаю штурм. Скрябин! Это Усольцев! Побереги людей! Время пошло. Поехали, мужики. Имейте в виду, Скрябин. Чекан, Паленый, посмотрите за входом.
Фома, что делать будем? Нельзя стрелять! Нас гранатами закидают! Каких гранат, Скрябин? Объясните своим подчиненным внятно. Давыдов не должен пострадать. Сгинь ты, гнида! Гаси их, Павлович. Я запрещаю! Оказали сопротивление, один боец погиб, двое раненых. Пришлось забросать пещеру гранатами. Вход завален. Шансов выбраться никаких. До связи. Встречались. Еще с утра. Утром ты другой был. С утра мы все были другими.
пожрать бы. Да не вопрос. Соня! Соня, дай грибков! Что за грибы? Это дары природы. Как? Как эти дары природы называются? Поганки? Это которые как? Ты попробуй. Чистое счастье. Без балды. Я и так счастлив. Потому что жив. Еще счастливее будешь. Всех любить будешь. Без балды. Они отравят? Отравлю. Радостью да счастьем. Без балды? Я эту микологию не ем. Я тоже не буду. Я пробовал в Чечне. А это где? В Чечне. Что это? Ты ранен? Давай перевяжу. Дай попробовать. Идти надо. А ты что, здесь останешься? Мне соленая воля нужна. Где ж ты ее возьмешь-то, волю? Я всю жизнь ее ищу. В побеге. И счастье в побеге. Жизни такого не видал. Если с нами останешься, всегда так будет. Я всегда с тобой буду. Без балды. Рад бы в рай. Да грехи не пускают. Ты уже в раю. Дальше сами. Вот по этому каналу до моря и дойдете. Фома, смотри. Шкипер. Фома, я дальше не пойду, я остаюсь. Это дочку нашу. Какая дочка? Открой эту дочку. Ты же всю жизнь по зонам мыкаешься. Фома, долю мою раздели, как закон велит. Подумай, Чиган. Здесь не Сочи. Та же зона, только для психов. Я подумал. Я псих. Мне тут место. Ну, как знаешь. Прощай.
планов нарыва. Согласно воровскому закону, раскидайте на четверых. Тут, Фома, можете по 5 нарыла, но только не долларов, а фунтов. Ты что, в натуре? Королева, мама, собственной персоной. Живет в Лондоне, там же, где и Мадонна. Богоматерь, что ли? Певица. Вот же мать ее. Выходит, мы в минусе. Да нет, в плюсе. А ежели на зелень пересчитать? 38 миллионов. Нехилый. Сколько вышел? По 2 мешка на брата. Мою долю поделите между собой. А жить-то тогда зачем? Соленый. Я возьму. У меня 2 дочери. Ну что, урки, живите разумно. А я все. Завязано. Я теперь, Пудовкин. Так что мы с Корешком вечерним поездом в Болгарию, золотые пески, намоем там рыжего. Ha 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 ha!